Хей, гайз, с вами Шмики, и мы продолжаем бродить игруху под названием The Binding of Isaac Tributes Plus. Что, поехали? Ну, как сказать, я уже заснял две серии, как вы видите, у меня один есть пустой, да? А это потому, что я уже один мод проходил. Да. Игру я прошел уже за... Кого сказать вам? За Кейна. Как вы видите, я прошел ей сердце, и рай... И райский сундук, и убил сатану. Увы, так получилось, что не знаю, что мне произошло с микрофоном, звук был отстойный, просто тихо, знаете, было очень тихо, слышно меня. Но теперь я надеюсь, все нормализовалось, и мы можем начать. Давайте зарандомим, и понеслось. В следующей серии тогда я уже буду играть тот же мод, который уже играл. Forgotten, здорово. Здорово, Forgotten. Так, сразу ищем золотую комнату. Надеюсь, мне повезет. О, золотушка. Ну, блин. Спорно, потому что... Ой, черт. Он только будет хорош, это в раю и в аду, в принципе, да? Рай и ад. Ну, и сундуки, там, где наносится, в принципе, нам в сумме двойной урон. Ха-ха! Ха-ха-ха! Ребята, понимаете, в чем прикол? У меня забег, который, да, был первый, за Кейна, ему дали тоже пикап. Я думаю, я буду с пикапом. Замечу, что от взрыва мне не наносится урон, когда я бью. Хотя я бью впритык, считайте. А до такого будет... Блин, главное, чтобы мне еще не сдохнуть. Так, ну у нас уже есть ключик. Это уже хорошо. У нас уже есть ключик. Так, нужно не забывать, что если я влечу в камень и нажму бабах, то мне будет пизда. От взрыва. В первую очередь. В первую очередь от взрыва. А где секретки? Даймонд. Ну, ту даймонд я до конца буду держать. О! Ебо! Сердце, мне нужно сердце. Манать. Пы костерки. Давай. Блин, мне кажется... Блин, ну... А сколько урона? 9 только, чёрт! А хотя там еще плюс от взрыва. Да, там же, в принципе, урон еще от взрыва. Мне расстраивает то, что я в секретке... Это еще XX у нас. Так. Ну, блин, здесь дерьмовый предмет. Я его брать не буду. Предмет дерьмовый брать не буду. Так. Ладно, возьму. Возьму. Досвидос. Ой. Добро. Я также секретки не нашел. Так, сундук.
Да, точно. Я же когда прошел первый раз, мне дали вот этот новый мешочек. А потом, короче, треугольничек, который типа радугой светится. Из зеленого Бобби. Еще кого-то мне подкинули. Еще каких-то мне персонажей закинули. Да я не помню кого. Ну и я не помню, кого мне еще дали. О, секретка, неужели? Как вовремя. Так, о, я сейчас как раз еще на халяву в магазин зайду. Ништяк. Там у нас ничего нету. Ухухо. Ухухо. Но есть один нюанс. Мне денег не хватит. Блин, не, если я где-то еще найду немного, я куплю себе пояс, почему бы нет. Но мне этот пояс нужно найти. Так, еще секретка. Бежали. Классная секретка. О, теперь я могу, в принципе, заюзать. Купить пояс. И закинуть одну монетку. Ништяк. Не, ну эти издыхают сами по себе от взрыва быстро. Поэтому, как черное сердце, плюс бомбы. Плюс у нас будет сейчас сделка еще. Нет, что-то как-то урон не очень значительный такой. Знаете? Так. Ренджа, 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 ренджа. Честно, дерьмо. Мне предлагают брать дерьмо. Поэтому я выхожу, нафиг оно мне нужно. Лучше пускай будет райская уже комната. Go next. Next, next, next. Так, в шипастку можно зайти. Не, я не хочу, не хочу, не хочу. Давайте потом. Из костра. Кострища. Тогда делаем так. Ну нафиг. Это хери плохие. А, умри. Го тогда вниз. Блин, я не знаю. По сути, можно в шипастую попасть. В шипасту еще попади, попытайся. Потому что тут секреток нету в шипасту. Давай, откройся. Давай, 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 приятель. Отлично, молодец. Так, тут нету секретки. Лакап. На самом деле, мне бы сейчас найти сердце на своего скелетика. А то на призрака у меня все есть, а на это... Party Fly. Party Fly. Ладно, давайте я зайду сюда. Но здесь навряд ли что будет. Блин.
Ну, давайте, ладно. Класс. Ладно, я лучше коснусь на красное сердце. То, что я мог потом забрать сердце. Что, ключик тратить? Еще есть комнаты? Так, магазин у нас есть. Секретка есть. Нужно было, наверное... Хотя нет, ну нафиг. Выходим, заходим. Сразу пуляй туда, там будет у нас дверь. Там нету. И тут есть, хорошо. Значит, что мы делаем? Погнали сразу в золотую, либо погнали наверх. Скорее всего, там будет мини-босс. Я так почему-то думаю. Убьем его и посмотрим, что дальше есть у нас там. По предметам пока довольно... А, не, ай-яй. Ай-яй. Нож из грибов в основном дерьмо падает, поэтому... Я не буду ничего брать, блин. Потому что я накосился. Блин, у меня урона не хватает. Почему пикапу не дается на столько же урона на его палку? Почему? Полезный боб. Очень полезный боб. Боб, ты знал, что ты полезный? А что он дает? Отравление, да, только? Окей. Поиграем в бейсбол. Пойти в магазин. А, у меня ключей мало. Подумай еще. Подумай, еще у нас мало ключей. В принципе, у меня хватает монет. Ладно, погнали. У меня как раз ключ есть для магазина. Классненько. Ну, я могу сохранить себя. Так, а батарейка у нас у меня ж есть, да? А, The Moon. Ладно, давайте, короче, я возьму батарейку, пойду схожу на босса. Если вдруг... Мне выпадет охренительная, да, сделочка. Ну, типа сделка с дьяволом, я заюзу ее. Блин, ну карточку выбить с этого. Я даже не знаю, какой там шанс. На самом деле, лучше бы скидку дал мне. Скидка будет лучше. Лучше, что могло бы выдать. Потому что здесь нужно сколько? 6 зарядов. А это много. 6 зарядов это много. Так, тут ничего. А еще должна быть одна секретка, кажись. О, да. Классная секретка. Уважуха. Класс. Ладно, сундук. Дуй ко мне. О, ништяк. А, ну в принципе, зато на халяву.
Зато на халяву. Малыша дали. Если бы дали лопату. Блин, хотя лопата тоже нормальная тема. Лопата тоже, в принципе, нормальная тема. Ага, у нас проклятие. Я слышал. Пипец, зачем мне столько этих? Блин, я боюсь к ним подходить. Они очень резвые. Я боюсь подойти. Они очень резвые. Мне выпадет грибок оттуда, я не понимаю. Ух. О, это ж козюльки, да? Пикапы козюльки. Да. Отлично. Вот это то, что я нихера не вижу, вот это плохо на самом деле, потому что мне нужно карту где-то тогда найти. Так, все, у меня фулл сердца. У меня здесь фулл сердца. Ладно, лучше вот так убью их. Меньше времени потрачу. Меньше времени потрачу. Здесь у нас ничего. Понятно, что я туда пойду. Подождите. Мне бы желательно сразу магазин найти. Желательно бы поскорее. Это плохо. Плохо, плохо, плохо. Плохо, потому что, блин, заряды карты только теряются. Так, ладно, здесь мы запомнили. У меня как раз еще хватит на этот. Ай. Ай-яй. Чего? Так, здесь я был. Внизу, да, мы еще не ходили? Или куда мы ходили вообще уже? Я уже не помню. Вниз мне нужно. Ой, я забыл про его вот эти выстрелы, чертовы. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой-ой-ой. Охренеть! Охренеть! Охренеть, охренеть! Я просрал красное сердце. Ну вас нахер. Ну вас, блять, нахер. Олон. Эвисин. Эндрю Айшенс. Там нихера. Мне магазин нужен. Я никак не могу найти магазин. Включи да. Ну блин, ну зачем? Я сердце потерял. Камон. Теперь мне нужно искать сердце. Снова вакуумы для сердец. У меня уже монеты хера. О, наконец-то! Наконец-то! Наконец-то мы его нашли.
Ну, банка с мухами на бесплатном. Чё, нахера оно мне нужно это все? Я лучше все задоначу в аппарат. Будет у нас там 500 монет, да, или сколько? И будет все, зашибись. Почему я тогда сразу не зашел в золотую комнату? Просто, а вдруг бы в магазине был бы золотой вот этот блок? Чтобы я мог собрать не один предмет, да, а брать на выбор. Логично, я думаю, логично. Первый я вообще бегу и дрочусь, я не знаю, что делать. Кровосос, поехали. Отсос, кровосос. Бесплатные монетки. Я вас, ну, нахер вот так убью и все. Ага. Замечательно. Замечательно. Так, это у нас деп 1, да? Депс, депс, депс. О. Монетки. Еще монетки. Замечу, что у меня снова же это проклятие. И у меня снова это чертово проклятие. Так. 20 ключей, нормально. Полетели в шипастку. Так, до хера монет стало. Я за этого чубрика выйду и как раз возьму сердце двойное. Монетки. Так, Lovers. Три рандомные карты. О-хо-хо. О-хо-хо. А я тебя возьму. Нужно забыть... Ой, забыть. Запомнишь, что я только в одно направление шел. Ай. Ай. Чёрт. Попытаться взять. Ладно, давайте, знаете, что сделать? Смотрите. Беру его. Захожу. Идем, в принципе, бомб. Берем. Отправляемся. Джокер. Дублируем. Блин, а нужно было еще выз этого сразиться. Да ладно. Плюс сердце, плюс сердце. Давай. А, тебе повезло.
Все, у нас как раз есть сердечко. Остальное заполняем автомат. Автомат сломался. Замечательно. Берем World. Ой-ой-ой. Так, теперь мне осталось найти сердечко. Или, а хотя пускай вот таких какашек будет червяк мой съедать. Хотя, блин, нужно было, наверное, оставить, да, карту? Да, потом нужно было оставить. Ай. Я сердце просрал? А, не, фу, я отхилился же точно. Бэм. Так, аппаратура у меня уже сломалась. Это на что? Деп. Ох, штяк. Ништяк. Ау. Берем, полетели. Не, отлично, я отхилился. Плюс! Хо-хо-хо-хо-хо. Я Серафим. Seems good. Зачем я зашел, я не знаю, ребят. То как-то так. А, подождите, а у меня не собрался, да, ключ? Да вы надоели, зачем? Почему одно и то же проклятие? Так, ну в принципе я фулыч. Я на фулах. Так, формуйтерс. Фиговые сундуки, не хочу. Тогда вниз. Где эта мразь? Так, ангельская комната. Шанс. Ай. Ай, блядь. Сука! Да раз! Ну что они делают? Так же и выебать могут. Мне не нужно, чтобы меня выебали. Так, что по карте? Прям. Давай. Боулинг. Не, подожди. Или это боулинг? Или это бейсбол называется? Так, ключи, монеты. Куда пойдем? В рай, да, с вами? Да, это я новый мод поставил. На этих дурачков. Новый мод на дурачков. Так, сердце. Разорвало его.
Так, ладно, бомбы я уже собирать не буду. Ай. Мартис, Херметис, Херметис, Херметис. Первый вопрос, где мои зоначки? Блин, почему их убить нельзя, когда они появляются? Так, ладно. О, все, все нашел, что мне нужно. Что, свечу взять? Карта лучше. Лучше возьму карту. Челюсть. Ну, блин, у меня, в принципе, полеты, поэтому... Мне челюсть можно и не брать было. Что, ребята, готовы к файтингу? Кстати, а что у меня за карта была? У меня карта World была. Стоять, где я просрал карту World? Так, телепортирует к бомжу. World, все. У нас есть очень большой шанс на райскую комнату. А он у меня будет. Либо это челлендж будет. Вот это подгон. Так. А, ага, не дали мне, да? Блин, я не знаю, куда пойти. У нас до хера ключей, поэтому можно пойти в рай. Давайте, может, в рай пойдем. Ну что нам? А что нам делать все равно? Замечу. Мне все-таки камни-то дали на один урон. Так. World. Вардец. Почему фризоиды? Почему фризоиды? Слишком красная карта. Так, давайте я сразу к боссу, думаю, пойду. Все равно, что мне здесь оставаться, да? Так, в принципе, только наверх идти. Полетели. Райдуга, райдуга, райдуга. Райдуга, райдуга, райдуга. Так бы меня еще и убило. Ой. У вас нафиг. Может, пойдем сейчас пасту еще залетим? Так, монетка. У вас гарпия. Вот с горпи, прикольно. Может, повезет и с... А, хотя да, ну золотая комната. О, привет. Залив. Оно живое. Готово. Маме нож. Ой,
Тихо, 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 тихо. А, черт, всадника взял. Я хотел не садника взять, а шапкомонашки, черт. Окей. И так сойдет. Теперь думать, куда мне бежать. The Hanged Man. Hanged Man. Мы сюда побежим. Рейдоговый мужик. Не живу. У меня те шестнадцатки, в принципе, не проблема. Так. Ладно. Все равно ключи вернули. Готово. Так, ниже, да, тогда? Точно будет либо райская, либо адская комната. Готово. Прямой. Вниз. Отлично. Ух ты, отстань ты от меня. О. Бомб открыт. Отлично. Новый враг. Да, у нас там безголовый какой-то червь. Так, ну у нас в рай, поэтому вверх. Или нужно, блин, нужно за сердцем сбегать. Еще сердце еще потеряю. У меня червячок отхилил, отлично. Просто вот это бесит его жуки, которые взрываются. Довольно опасные. Не очень опасные. О! У-ху-ху! А вот это и есть новый вот этот предмет. Йоу. Ях. Призма вот это. Блин, а ведь... А меня расстояние типа не достает, чтобы ударить. Жалко, жалко. Оно на один урон впитал. Давайте вниз. Так,
Так, наверх заберем сердечком. Уху-ху. Ой-ой-ой-ой. Сейчас дамаг. Так, мне бы сердце. Мне бы сердце. Ай. А, блин, где бы теперь мне бы сердце заполучить? Слушай, я просто боюсь идти без сердечка. Меня шкокнут. Хотя, лампы летели. Ай. Тихо. Угол. Отлично. Сундук. Next. Так, и самое теперь такое. Поехали. Классно. Что будем брать? Ну-го. Так, а я этот же не проходил, да, сатану? Может, го сразу на сатану, я не знаю. Мне кажется, это херовая идея. Так, приманку я лучше тогда возьму. Бац, 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 бац. Ой-ой-ой, бац, бац. Давай, давай, убиваемся. Ой-ой-ой. Сейчас еще отъедут сатаны. Не, пускай этот жучок его кушает. Отхиливай меня. Что, тупой? Отхиливай меня. Монать, монать. Понимаешь, тебе это не поможет, а? О. Давай, давай. Не, ну с помощью скелета это сделать изи. Он просто впитывает весь урон. Бем. Давай, 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 давай. На хаш я точно не пойду. На хаш я отъеду. Хотя... Кто его знает? Ну, в принципе... Опа! Блон Бэби я открыл.
призрачного малыша. Давайте тогда, я думаю, в следующей серии я сделаю все-таки мод. Такой пройдем какой-то. Кое-какой-то. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.